Досрочных каникул школьникам Югры пока можно не ждать. Губернатор Югры Наталья Комарова прокомментировала возможность завершения образовательного процесса в этом году. Пока такой сценарий не рассматривается. В случае благоприятного развития эпидемиологической ситуации школьники вернутся к очному режиму обучения с 1 мая. Ранее в Министерстве просвещения разрешили учащимся младших и средних классов уйти на каникулы досрочно. Но решение об этом должна принять сама образовательная организация, согласовав его с вышестоящим руководством. В Югре на такую крайнюю меру идти нет необходимости. В России по такому пути пойдут те школы, которые не могут организовать дистанционное обучение. В Ханты-Мансийском автономном округе такая возможность существует. Сейчас именно так и реализуется образовательная программа.